Good morning. Today 18? Huh? 1-8 today? Yes, yes. Uh-huh. I will try to go 10 o'clock to check the train. If we get that train from here to Haridwar, even by Intercal, then I will buy, no? Okay, okay. So no problem. I go to the temple. You have your tea? Да, I have. I will go eat paratha in half hour. Call me, call me. I go to... Mandir, I don't no, when you miss me. I love you. Говорит, когда заскучает, чтобы он мне позвонил, я пошла в храм. Далай-лама. Good morning. Восемь пятнадцать. Наши повара уже вовсю работают. Кто-то что-то заказал, сидит девушка. А я вот этим коротким путем пойду. Школьный автобус. Родители привели своих школьников. Усаживают их. Еще один школьный автобус. Бегут, торопятся. Саши в очередной раз хочет поменять билеты. Мы все время такие непредсказуемые. Мы тут хотели числа до 25-го побыть. Потом он говорит, я привык, улетая в другую страну, окунуться в Ганге. Давай поедем в Ришикеш. Говорю, конечно, я Ришикеш так люблю, что я с удовольствием туда поеду. Вот, он сдал наши билеты на 25-е на Дели. Поменял на завтра, на 19 мая. Хай. Вот. Сегодня он говорит, а может мы и из Дели, он хотел сразу взять такси, чтобы нас такси сразу отвезло в Ришикеш. А сейчас он говорит, может быть, есть... прямые билеты прямо до Харидвара. Давай, говорит, посмотрим. И если что, говорит, я сегодня куплю таткал. Таткал это такие, когда все брони снимаются со всех билетов. За день до отправления поезда можно купить то, что ты не мог купить за неделю, к примеру. Есть бронь для иностранцев, турист-квота. Есть бронь для... политиков, для разных людей есть специальные, там по 2, по 3, по 5 билетов каждый поезд оставляют. Но не всегда же политики путешествуют поездами. Вот. Ну, в общем, вот эти все, или кто-то отказывается, тоже все эти билеты за день до отправления снимаются все-все ограничения, все на продажу. Когда даршан Далай-лама, то, конечно, народ с 6 утра уже тут, если не с 5 идет. Когда даршана нет, то пустые улицы практически в 8 утра. Это считается пусто. А вот и детки поехали. Смотрят такие вот так вот мордочки торчат. Любопытные. Очень рада, что я здесь вспомнила про книги Лапсанга Рампы. Мне прислали ссылку на группу ВКонтакте, где все книги его в документах, в порядке. И даже вот по этой группе, как я поняла, Википедия исправила свои данные о Лапсанге Рампе. И еще я там посмотрела, оказывается, ему открыт памятник у нас в России. По-моему, в Кемерово. А вот еще одни детки. Второй автобус. И я, конечно, я читала его книги, по-моему, все. Кроме спорных последних двух, которые якобы нашли рукописи не изданные. Агархарте, по-моему, так. Ну, о подземных городах. Люди сомневаются, он ли это писал или нет.
А в остальном, вот сколько я читала его, а потом сколько путешествовала, общалась с людьми, познавала культуру Индии и буддизм, и индуизм, вот это все. И мне все больше и больше я склонялась к тому, что это реальная судьба и настоящий человек, настоящий лама, который испытал все те вещи, о которых он писал. Невозможно писать хоть журналисту, хоть писателю, не углубившись полностью в эту тему. Вернее, не будучи там. И я опять стала перечитывать его книги. Сейчас открыла книгу «Ты вечен». Очень мне нравится, как он пишет. Просто, понятно, с юмором. Корова такая мудрая стоит. А где рожки-то? Рожки-то где? Ни одного рожка нету. Ничего не осталось. Куда рожки дело? Вот уже люди с утра обходят молитвенные барабаны, там видно. Ой-ой. Я сейчас пойду. Похожу, посижу, помедитирую. Потом вернусь вот сюда и поем омлета. Закажу омлет. Посижу с монахами. Фотографируется. Мне очень нравилась мамо, которая здесь женщина продавала. Что ж я в этот раз-то их не вижу. О, какой зеленый рыночек раскинулся. Витамины – это полезно. Что ты продаешь? Если мамо, я куплю 5 штучек. По-моему, это она. У меня есть с ней фотография. С моей первой поездки сюда. Мы тут фотографировались. Ты ли? Чё ли? А что у тебя там? This is Momo? Нет, пирожки. What is it? А? А what is it? Пале. This is meat? Meat is... No. Veg? 42. Ага. 40 рупий, 2 штуки. Надо попробовать. А одну-то можно? Can I try one? Egg? Тика-тика. Хорошо-хорошо, говорит. Yes. Я просто хочу попробовать, что это. Намасте, намасте. Fine, thank you. Before somebody sell momo, now what nam this? Как это называется? What nam this? Алу? Чебурек, пирожок? Momo. First. What nam? What is it? Не. Ну. Шугубале. Вот это имя Шугубале? This is Шугубале. Шугубале. Шугу means potato. А, шугу это значит картошка, а бале это значит бред. Which language? Which language Шугубале? This is Tibetan. Thank you. Спасибо большое, спасибо. Сейчас буду пробовать Шугубале. Пресная. Веревочки, конвертики для денежек. Намасте. Между делом они, перебирая джапа-малу, читают мантры. Вот такая вот картошка. Зеленью начиненная. Шугубале. Каждый вторник можно присоединиться вот к таким танцам. Музыка, танцы. 250 рупий. С 6:30 до 8 вечера. Так, а сегодня что? Не знаю, надо посмотреть. Вкусно?
Собачка, ты хочешь шугубали? Сейчас я с тобой поделюсь. Попробуй. Сейчас, скажи, меня хозяин мясом кормит, у меня ошейничек. Ну ладно, меня никто мясом не кормит, буду есть пирожок. Вот сколько мы сюда приходим, я так еще и не увидела, чтобы музей был открыт. Вот здесь вот музей находится, тибетский, хороший музей. Вот. Надо где-то в уголочек присесть и доесть свое шугубале. Или спрятать. Потом даем. Сколько вас тут? Ну, я поняла, что вы не голодные. Вас, вероятно, монахи кормят. Очень удачно у меня оказался пакетик с собой. Беру еще пустую бутылку из-под воды. Я люблю в храме воду набирать. Потом съем. Магазин еще закрыт. Это книжный магазин. Сейчас будет обыск, поэтому я... Ну, он такой нетщательный, без Далай-ламы. Просто символически. Сейчас уберу пока камеру.